густые леса Северного Урала, порой непроходимые дебри. Не всяк туда и доберется. Дикие лоси издавна таежные жители и скрывают они в глухих этих местах, чтобы спасти себя и род свой от хищных зверей и от преследования человека. Но человек способен не только преследовать, а и приучить к себе этих животных с измальства, с первых шагов, как это делали наши далекие предки. Thank you.
Так и живут лосики в тайге Печоры Илычского заповедника, на старейшей в России лосиферме, созданной много лет назад. Одни вырастают в таежных великанов, другие только-только на свет Божий появились. И дай Бог человеку их вырастить.